Дмитрий Ваныкин был в отца предприимчивый и трудолюбивый. Он очень быстро увеличил и без того немалый родительский капитал. А в Туле их торговый род был давно известен. Женитьба оказалась для купца бедой и испытанием. Умерла вначале жена, а затем и дочь. После этого предприниматель начал вести уединенный образ жизни, но при этом постоянно помогал страждущим. В 1898 году Дмитрия Яковлевича сразил инсульт. По его распоряжению свои деньги после смерти он завещал городской думе разделить между многими светскими и духовными учреждениями города. Большая часть была завещена новой больнице. Было построено семь больничных корпусов, а также ночлежному дому – Трехэтажное здание сохранилось и поныне в Туле. Как человек религиозный, часть денег Ваныкин завещал духовному училищу и семинарии, а также нескольким храмам. Более всего, Ваныкин оставил родному ему храму казанской иконы Божьей Матери 25 тысяч рублей. Дата смерти купца благотворителя 17 июля 1900 года. Было ему... 83 года. Чести слава таким вот русским людям, служившим и вере, и гражданам.